можно назвать на человека, что он мажор, и общество будет к нему относиться негативно. Да. Можно сказать, что он зажравшийся депутат, и общество будет относиться к нему негативно. Можно сказать, что он работает на олигарху, и общество будет относиться негативно. Вот здесь, кстати, правда. Так я вот, я хочу сказать что, у нас ведь перед законом все равны. И мажор, и обычный человек, и нардеп, и слесарь, и профессор, и медик. И ведущий этого телеканала, любой человек перед законом должен быть равен. Искать оправдание в том, что кто-то... Если бы было бы так, Борислав, у нас не было бы политического кризиса. Так вот я о чем и говорю. Вот это согласен. Так вот, если не получается, что перед законом все равны, то надо срочно что-то делать. Либо с законом, либо с теми, кто контролирует закон, либо с теми, на кого возложены обязанности. Но они как раз эти обязанности не исполняют. И вот тут мы возвращаемся к нашему любимому Кабмину, который при всех вариантах 2 года рассказывает, что мы двинемся в путь, 2 года рассказывает о каких-то реформах, которые никто не видит. В итоге говорит, что им еще год нужно, но для этого нужно будет все распродать. Я прошу прощения, что распродавать, куда, это отдельная тема. Но может закон будем все-таки сначала соблюдать? Это было бы неплохо. Спасибо.